Всем привет, дорогие друзья! Это последний ролик на челлендж «Рогоябрь», давно прошедший. Это предпоследнее задание под названием «Кости». На последнее задание я не буду делать, так как мне не понравилось, как я нарисовал демона. Его вы можете увидеть в Инстаграме, кому интересно. Поэтому «Кости» — последний ролик. Вечером к столу мастер пригласил верного слугу, его спросил: «Сколько раз ты, встречая моих гостей, никого никогда за дверь не провожал? И ты поймешь теперь, что я втайне держал в те дни, когда я в настроении бываю, сидя у огня, черепа перебираю». Преданный слуга улыбнулся тут: «Я любил всегда свой нелегкий труд. По ночам сижу, за ножом слежу, фигурки вырезаю из костей. С ремеслом дружу, обожаю гостей. Все те, кто не прочь поразмять немного кости, вас ждут в эту ночь. Мастер приглашает в гости». Король и шут. А всем большое спасибо, кто следил за этим челленджем. Я думаю, и дальше участвовать в чем-то подобном. Но в следующем году можно будет не пропустить Инктобер и попробовать свои силы в этом челлендже. Рогоябрь был разминочкой, поэтому попробуем рисовать каждый день в течение месяца. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!